Браво, большевик! Здрасте! Здесь собирать медведя? Нас ждет 900 километров пути через Каспийское море. Для нас это не радость, а, к сожалению, еще один проигрыш с природой. Нам пришлось ее изъять из природы. Мы можем дать медвежонку только хороший уход, хороший вольер. Надеемся, что в ближайшую неделю мы выпустим карпа живого в водоем, чтобы она проявляла свои повадки и ловила рыбу в своем бассейне.